Ваши аплодисменты здесь. Подборка музыкального материала связана с тем, что сегодня космические просторы бороздит Международная космическая станция МКС. И там встречается, независимо от наших отношений, космонавты, можно сказать, уже практически всего мира. Но первыми все-таки были наши космонавты. Юрий Алексеевич Гагарин и замечательная Валентина Терешкова. Она первая женщина, он первый парень. Я вас уверяю, они, когда были в вашем возрасте, даже не предполагали, что их ждет космическая слава. Давайте посвятим следующие минуты парню, который носил имя Юрий Гагарин.